программа. Каждый день проходят лекции, мастер-классы от ведущих специалистов как из Ульяновска, из других городов и даже из Германии. Такая танцевальная лаборатория. Это больше, да, пропаганда танца. Ребята погружаются в что-то, в какую-то новость для себя, субкультурные вещи, которые до этого они видели просто на телевизоре. А тут они непосредственно начинают пробовать так, окунуться в этот мир танца. По анимации, или как и любое вот, коллективное творчество, он объединяет, потому что это команда, и они должны на одном станке снять весь мультфильм. То есть каждый должен принять какое-то участие. То есть кто-то будет режиссером, кто-то художником, кто-то будет рисовать, кто-то будет передвигать, кто-то будет оператором за монитором. Мне хотелось бы, чтобы любое уличное искусство в Ульяновске развивалось. Благодаря вот такому неординарному развитию молодежи мы получим более яркий город через 5-10 лет, когда играют уличные музыканты, когда какие-то стены изрисованы граффити. Эта площадка дает возможность показать то, что граффити не является вандализмом. Есть и хорошие легальные граффити, когда люди увлекаются рисунком и хотят сделать уже красивее, а не просто оставить след. Когда, в принципе, человек что-то делает вместе, друг с другом, возникает общность интересов, общий какой-то взгляд на мир, на жизнь. Мы все очень разные, но когда мы занимаемся одним делом, нас это очень сильно объединяет. За это большое спасибо Творческой Академии.